Ну что ж, уже по традиции начинается музыкальная часть нашего прекрасного утра. И сегодня сделает утро музыкальным профессиональный музыкант. Да. Просто столько музыки у нас. Да, и это прекрасно. Борис Плотников, доброе утро. Спасибо, что пришли. Доброе утро. Ну, вот скажите, почему так много губных гармошек или губных гармоник? Правильно говорить, губная гармоника правильно называется инструмент. Вообще, конечно, в быту я могу сказать, а где мои гармошки? Но правильно, когда я пишу где-то в титрах, обязательно пишу губная гармоника. Потому что гармонь, наверное, это вот та, которая другая гармонь. Ну, да? Просто гармошка это уменьшительно-ласкательная. Мои гармошечки, моя прелесть. Сколько здесь гармоник? Да. Здесь, вот здесь 16, здесь 14, 15. Ну, короче, зачем так много? Разные тональности, смотрите. Это все разные, да. А тональности да, есть... не 30 с чем-то, их-то всего. Но, честно говоря, есть запасные, просто иногда бывает, например, слюной на концерте забивается и приходится перехватывать. Даже такое бывает. Или они немножечко по-разному отстроены. Бывают пониже. Не самая низкая, бывает повыше. Бывают совсем высокие. Вот нам больше, мне кажется, знаком вот этот звук, высокий всегда. Но на самом деле, да. Сколько вы учились все... этому? Вот бывают еще минорные, минорные, очень прикольные. А еще минорные? Это грустные, грустные. Ну, правда, может быть, вы нам сыграете, да, кстати? В мажоре только что-нибудь. Мажоре. Давайте в миноре. В минорном мажоре, давай. Любимая песня моего папы. Он сейчас очень доволен. Круто. Спасибо. И сколько лет вы учились этому? Я до сих пор продолжаю учиться. И 17 лет, больше половины жизни. А за сколько можно реально научиться? Ну вот хотя бы... Хоть как-то играть. Понимаете, все зависит от мотивации, от цели. На самом деле, я могу вас научить вот прямо сейчас играть. Хотите? Да. Вот смотрите. Вот. Павел у нас более талантливый. Да ладно. Хорошо, Павел. Сейчас я вот выберу вам простую гармонику. Вот смотрите, вот берете гармонику, вот берете первые три отверстия. И что нужно делать? Вдыхать или выдыхать? Рот пошире. Чуть-чуть обхватываем. Вдох. Признавайтесь, вы учились. Это первый раз! Паша, у вас талант. Я просто раньше танцами занимался. У вас талант, все. Не знаю. Самое главное в музыке это ритм на самом деле. Если есть внутри ритм, если вы можете двигаться, значит вы можете играть на губной гармонике. Ваша самая любимая... Ноты это фигня. Самая любимая мелодия на губной гармошке, которая вам вот больше всех... Бесса конечно. Они же у меня, конечно, меняются. Вот сейчас я, например, очень сильно увлекся русскими мелодиями. На моем канале YouTube можно посмотреть там мои версии разных русских мелодий. Я играю военные песни. Но играю вот то и то не вечер, хорошо получилось. Ну вот, например, «Степь да степь кругом». У вас какое-то электронное все равно звучание, вы прибавляете такое. Очень люблю такое прям суперпозитивное, можно? Прям вот в мажоре все-таки хочется, и чего-то такого прям новогоднего, зажигательного. А, новогоднего, конечно. Let it snow, только это, по-моему, мажор. Или джингл белл. С наступающим Новым годом. Да. Павла, вернее, учил Борис играть. Плотников, Борис друзья, Плотников, вам музыкант. Отличного настроения. Добавляйтесь на мой канал на YouTube.
Проспали? Ничего страшного. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Самые свежие выпуски и много полезной информации на наших страницах в Facebook, ВКонтакте и в Instagram. Доброе утро, мир!